когда бросали, разъезжались от ворот, а они оставались там, и никто не добивал шайбы. Не знаю, где-то моменты были хорошие, не реализовывали, вратарь где-то нехорошо сыграл. Где-то ребята не сыграли, но они сыграли сегодня хорошую игру. Что нам сейчас делать, чтобы как-то перестроиться, встряхнуться? Ведь все-таки еще один матч впереди. Поспать, покушать, посмотреть игру соперников, ну, на завтра, возможно. И все, самого отдохнуть.